его убил. Боев? Да, это походу боты. Да, это боссы. Челик. Где? К этим богатым. Справа налево. Где в тот раз, помнишь, я убивал типа? Убил, пострелял? Да. Собирай, пробуй. Смотри, кто убил его еще. Что-то вроде нормально по нему. Ему, кстати, залепил. О, кто-то есть. А мне бот. А, вижу, типа. Он бежит вдоль забора, вот направо. Двое. Нет, за речкой от нас. На хаешке. Трое. Надо возвращаться наверх, на ту сторону переходить и встречать. Мы тут никак не подстрелим. Вижу, сидят там вдоль заборчика, спрятались. Один убежал в сторону холма, кстати, по которому я работал. Тут я магазин зарядил, убью тебя. Ты вышел уже? Да. Я правее закручу. А, он где-то у меня что-то там, справа от тебя. На холме? Да, где? Он, я слышу, как он встал. Одного тут убил. Одного я взорвал. Аккуратно. Может, я, конечно, слышал того, которого ты убил? Нет. Вот этого ты слышал. Да. Еще есть один. Вот. У него мусинка с оптикой, нет? А, он снял оптику. Понятно. Там был какой-то в диком синем бронике. Убивал ты его? Я его взорвал, я убил, походу. Да, по-моему, синий броник был. Тут кжелька есть. Может быть, кжельку ты видел? Унтар, сто пудов. Тут нет унтара. Здесь кжель и... Меня глючило, И тивишка. Я убил его. Хорош. Его я и видел, это даже... А, это Кжель с ДВЛ-кой, слушай. Мне казалось, Унтер. Трик какой-нибудь жахнуть, посмотреть, что случится. Все поголовно туда просто бегут. Кто? Вижу. По мне. Два. Где? Один минус. А инфу можно? В магазина. Ты у лэпа, да? Да, вроде как. Он за магазином, за голубеньким таким.
Я понял. Даю право. Наступил, по-моему, куда-то. По мне справа! Блять. Угу. Да, внутри. В доме? Во дворике. Не знаю, где-то ползает во дворике. Слышал, как он встал. Звёздочку не знаю, я внутрь конец. А, в гараже, в гараже. Увидел его. Чёрт, помогай. Так у него оружия нет, как он мне поможет. А ты что, ничего не взял? Ой, её сейчас хаешка была, по-моему, крутая. Он точно в гараже? Да-да-да. Что за мосина? По спине, мосин по спине. Глушак он? Да, он. Мощнику надо найти. А тут двое. Я знаю, да. Вижу, вижу мощник. Убил. А, ты здоровал одного, второго я. Да, 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 да. Я ж видел, как они в гараже там сидят. Я подумал, я их убил обоих. Нет, ты только одного подорвал. Мощник убил, да? Да, убил. Актер, вот иди сюда, забирайте. Вот и ЧВК. Где ты там? Минус 4, сколько? Так где актер? Где было? А нифига себе, тоже выжил, блин, чел. Пойду того, блин, у своего сплаша. Кроме этих мест где-то еще спавнится, я не знаю, на болотах там. Нет уж его, просто нет. Один там выбежал. Двое. Две фулки идут направо. Готовьтесь направо принимать. Прям по дороге. Бил кто-то одного? Нет, он лег. За геликом. За геликом двое. Вы их не выпустили. Ой, сейчас хорошая хае была. Один ушел, по-моему, обратно в Зарынске. По-моему, да. Уходит. По-моему, оба ушли. Maybe. Ёптать, как они выжили от такой гранаты четкой? Ага, один лежит, второй по мне работает. Дал гранату туда, за забор. Дал тоже хая. По мне, по-моему, с холма, сзади. Надо уходить, что-то дело тут не очень грязно. Я спрятался, все. Я нормас. Ты нормас, а мы в открытую, в этом случае, как говоря. Но это с Норвинского никуда не денется. Надо холм, мне кажется, сначала чекать. Так, их двое на Норвинском. В смысле, двое, я одного убил. А, ты убил, ты не сказал. Вижу, на холме убегает в противоположную сторону. Хит. Пойду мочить его, короче. Где ты? Оп! СВД? Он. Это не СВД. Убил. Что это было? А кого он убил? Актер, не ты? Нет? Ты живой? Не-не-не. Вон кого-то стрелял просто. Что-то еще разные, нет? Ты хер его знает. Может, по боту, конечно. Именно вот это громкое оружие. Так,
У меня еще есть, тише, секундочку. Двое. Убил. Обоих? Да, тут трое было в итоге. Троих убил. Нет, они. Я такой убил одного, такой, типа, думаю, все, сейчас пойду лутать. И такой звук, чик. В кустах такое переключение огня. Да. Норвинский надо теперь дожимать того, типа. Я вас жду. Я хиляюсь пока сейчас. Я надеюсь, вас тут трое, а не сидит еще какой-нибудь четвертый в кустах, ну. 47-е левелы. СА 58 глушеная, все дела. Тут вкусные лежат, особенно у гелика такой вроде неплохой. А че там, два трупа? Не-не-не. Я одного вижу. Сейчас с этим граната соберем. Давай. Че у тебя с броней, актер? Ну, ПМ-ка хорошая, М4А1. Прям неплохая. Забрал у него гранату. Так, второй этаж вроде не пикается. Актер на броник набери. Да. Где? Он за... Скинул броник, актер возьми. За лодочный? Да. Ожидай. Ожидай. Крены летят. Это я. Еще грена. Да. Он так и за лодочный. Я понимаю. Убил. Хорош. Подхожу. Я тут за ней схожу. Тут еще кто-то есть. Значит, мне не послышалось. Да, ГРТшник. Ну все. Поиграл. Гер, пока. Просто сидел там. Ногу ремонтирую. Если что, без гранат. А того первого кто убил в итоге? КЗ. За геликом, который был. Я не стрелял по нему. Только гранату туда кидал. Я убил или... Минус. Или актер убил? Так, стволом скинуть? Надо, знаете что, надо вам сходить кому-то на горку и сам собрать СР-25, потому что у меня места уже нету. Далеко бежать не надо, быть от двух есть. Нормально вообще. Пойду офис. А, они все тут полутали. Они же как раз отсюда выбегали. Не-не, я где-то. Я уже в Парвинском. Кажется, видишь, какая Сашка была? Не-не, оставляй. Видишь, какая Сашка. Длина, как хер знает че, бля. Я. Видрич. Кстати, похоже на босса, я бы сказал. Ну, ПЗ. Пошли. Босс с эмкой? Ну, не нет, человек с эмкой стреляет босс. Тише. Трое. Где? Не знаю. Да. Ты внутри меня? Да, это походу боты. Да, это боссы. На первом этаже. Вы прыгаете? Да. Они дальше, с той стороны? Дальше, да, в самом конце коридора справа. Они идут. Или ты? Я замер. Тут кто-то оружие поднимает слева от меня в комнате. Вот, может быть, еще один чувак, кстати. Дам хаешку вдаль. Блять, дверь не выламывается. Дерево.
Это там он, тут... это он, это он. Дерево он. Прям перед... Ой, там с большой сумкой. Пропустите, пропустите. Слева лестница. Убил. Это стопудово босса. 4 попадания в голову, он выжил. Тише, ходит кто-то. Слева, справа. Да, вот он, санитар. Убил, 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 убил. Сколько у него охранников должно быть? ТЗ. А я в его комнату. Справа, смотри. Еще один охранник с сайгой. Получается, два охранника минус и санитар минус. Куда я гляну на него? Бегаете, да? Да-да-да. Я не санитар смотрю. Дай-ка гляну на санитар. Ну вот он тут лежит, курябчик. Он с ппшечкой был, почему-то. А че сумки? Ключ-карта, кстати, одноразовая вот это как раз. Ключ с пометкой синий. Что за ключ такой? Ключ, помеченный синей изолентой. Это же что-то он открывает, наверное? Чатик, ты же сейчас стримишь? Чатик, help. Что за ключ с синей изолентой? Я уже запросил. Симулятор мул у этого, у свитера. Вот этого я капец долго убивал. Я гранатку у него одну скоммуниздил. Так лутайте, лутайте. Вот этот ключ сказали от 110-й комнаты. Попробуй, посмотри. Чё? Патроны подготовить. Так, 110-я. Ключ с пометкой, это от 110-й получается. А, ну вон, да. Тут типа такая рука. Окровавленная. Так. Он одноразовый, нет? Нет. Ну, обычный ключ, без всяких этих. Он... Вот этот ключик стоит мульт, чтоб ты понимал. С него. А. Еще тут в комнате. Какая-то фигня, бля. Может быть, тут тоже, конечно, какой-нибудь ледок спаунится, но тут нихера нету. Ты бы своего ЧВКшника не забыл забрать? Соперого. Тут прям нормальный такой, ну как? Среднячок, ну. Да ёптать, спрятали, блин, хер возьмешь. Ты о чем? Там вон в душе тут валяется фигня. Взять не могу. Там стена невидимая, короче, не пускай. О, так. Во, вот так вот там можно взять. Так, лицо. Да, ну как тот меня ювелирно убил, конечно, бля. Ни разу такое. Кажется, по дороге был либо челобот, либо кто-то. Да, это челобот, походу. Сервак лагает, я вышел. Справа, лево? Справа от дороги. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить анонсы новых видео или стримов.